петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на временному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек и более 50 получили ранения. Благодаря умелым действиям Министерства внутренних дел, этим сотрудникам, а сотрудникам Росгвардии, которые ежедневно нас защищают, арестовывая и уничтожая в разных уголках нашей страны мелкие группы террористов. И далеко ходить не надо, Татарстан рядом с нами. И буквально недавно было показано в СМИ, как брали группу террористов в Казани. Хочется сказать, что у нас страна многонациональная, но ни одна религия не призывает и не поощряет убийства. Когда исполнители, религиозные фанатики, одуряют головы молодых людей, неосведомленных людей, а также, может быть, малограмотных людей, особенно из бывших наших республик, вдалбливаем о святой войне какой-то. И более значимая ложь, а это кукловоды, я не побоюсь этого слова, дядюшки Сэма со звездно-полосатым флагом, который до сих пор прикрывает, кормит, вооружает, учит международный терроризм. Чтить память его жертв объявляется минута молчания. У нас был очень печальный, очень скорбный опыт. 27 миллионов граждан, погибших в Великой Отечественной войне. Я хочу обратить ваше внимание, это в большинстве случаев мирные жители, не военнослужащие. Для чего их убивали? Их убивали для того, чтобы внушить страх. Собственно, того же добиваются террористы. Ведь каждый из вас, мал или стар, может своими действиями и патриотическим своим духом защитить Родину, быть бдительным, внимательным и своевременно сообщить надлежащие органы. И прошу вас, будьте единомысленны, будьте сплоченны, как пальцы, сжатые в кулак. Только таким образом мы можем противостоять этой серой чуме.